Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Чернов Александр Владимирович, я научный руководитель ветэндошколы Карл Шторц в России. Ваше внимание хочу представить клинический случай, который демонстрирует одну из технологий удаления конкремента из мочеточника у суки. Обратите внимание, что под видеоэндоскопическим контролем мы визуализируем необходимый нам мочеточник, а именно устье этого мочеточника, в него вводим мандрен, и по этому мандрену мы продвигаем сам манипулятор, а именно корзинку для извлечения конкремента. Далее мы с помощью рентгеноскопического контроля уточняем место введения мандрена и, соответственно, манипулятора и корзинки, и уточняем способ удаления этого конкремента, его, собственно, и извлекаем. После удаления конкремента мы обязательно устанавливаем катетер в мочеточник и также под рентгеноскопическим контролем. Спасибо большое за внимание. До новых встреч!